Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Помпей Великий. Помпей Великий, Гней Помпей Магнус, 106-48 год до нашей эры. Римский военачальник, впервые проявивший себя в битве с Марием на стороне Суллы. В дальнейшем Помпей подавил восстание рабов, очистил Средиземное море от пиратов и одержал победу над понтийским царем Митридатом. Помпей женился на дочери Юлия Цезаря Юлии и наряду с Красом и Цезарем входил в первый триумвират. Начавшееся после смерти Юлии соперничество между Помпеем и Цезарем переросло в 49 году в открытый конфликт. В 48-м между войсками Цезаря и Помпея произошла битва у города Фарсалла, Фессалия, окончившаяся поражением войск Помпея. После этого он бежал в Египет, где был предательски убит. Помпею симпатизирует Лукан своей Фарсалии, которому, однако, все же не удается сделать из него трагического героя. Сохранилось множество бюстов Помпея, передающих выражение слабости и нерешительности на его лице. Ну вот так вкратце о Помпее Великом. Помпей Великий, Гней Помпей Магнус, римский военачальник, впервые проявивший себя в битве с Марием на стороне Суллы. Пока-пока, до свидания.